продолжим нашу пресс-конференцию. Тренер футбольного клуба «Динамо Минск» Леонид Станиславович Кучук. И давайте сразу перейдем к вопросам по игре. Пожалуйста. Иван Мицкевич, «Белорусский футбол». Леонид Станиславович, сегодня у вас с Максимом Шевцовым получалась такая достаточно рискованная ситуация. У него три желтых карточки и карточка в сегодняшнем матче означала бы дисквалификацию на матч с Шевцовым. Ближайший. Не было ли мысли выпустить, например, Игоря Шитова сегодня в центр защиты, чтобы уберечь Максима от такой вот напасти? Нужно сначала выиграть было эту игру. А чтобы потом думать о Шахтере. А такой мысли вообще мне не было, чтобы вы понимали. Да, и в принципе. Следующая игра будет, следующая игра. Кто будет играть, ну, посмотрим. Поэтому. Как сегодня характеризуете игру команды, как характеризуете игру соперника? Что можете сказать? Вы позволили сделать только один шанс, во-первых. В принципе. За 90 сколько, 3 минуты игры. Создали очень много моментов, но что делать? Ну, надо реализовывать, чтобы спокойно играть. В принципе, не скажу, что игра получилась, но многое получалось. Из задуманного два мяча, которые мы забили, ну и вот из всего этого оно получилось. В принципе, немножко было такое опасение, знаете, что происходили несколько событий тут у нас еще позавчера, да, что, ну, как бы, которые очень сильно влияли на нас. Но спасибо команде, ребятам спасибо, что эти события на нас не повлияли, понимаете. И, скажу так, поздравляю команду с характером. Поздравляю всех динамовцев с победой. Все, у нас победа. Есть вопросы? Не, ну кто? Больше никто, не? Еще, да? Все. Тогда всем спасибо. Все спасибо.